В комнате сидели Володя и Вадик. Они раскрашивали картинки и рисовали интересные рисунки. И ничего вокруг себя не видели. Они даже не видели, Васька попал под шляпу, которая упала с комода. Услышали они только глухой стук. Володя обернулся и увидел на полу возле комода шляпу. Он к ней подошел и только протянул руку. Шляпа. Да что это? Разве шляпы бывают живыми? Посмотри сам. Вадик решил подойти поближе. Он встал и подошел поближе. Стал смотреть на шляпу. А шляпа продолжала двигаться. Мальчики бегом из комнаты и захлопнули за собой дверь. Я ухожу. Куда? К себе домой. Зачем? Я впервые вижу, чтобы шляпа по комнате ходила. А может, ее кто-то за веревочку дергал? Ну, пойди, посмотри. Пойдем вместе. Я возьму швабру, метлу. Они взяли швабру и метлу. Приоткрыли дверь. Где же она? Вон там, около стола. Сейчас я ее как тресну шваброй. Но шляпа по-прежнему лежала неподвижно на полу. Ага, боишься? Но шляпа по-прежнему лежала на полу. А давай сомнем бумагу и будем в нее бумажными комочками кидать. А давай. Мальчики поняли, что под шляпой сидел их любимый кот Васька.